Они долго думали, вот как на этой картине, и, наконец, придумали – искусство надо нести в массы. В результате такой парадоксальной идеи массы и искусство действительно встретились в библиотеке. В библиотеке Брендер-Мосс на территории Тель-Авивского университета. С недавних пор ее читальные залы одновременно стали залами картинной галереи. Теперь здесь ежедневно можно поверить алгебру гармонии. Вход свободный. Отважиться на такой эксперимент руководство библиотеки решилось совместно с интернациональной группой фотохудожников из Германии, Польши и Израиля. Все они участники международного культурного проекта «Beauty Saves the World» – «Красота спасет мир». Красота здесь представлена в доброй сотне работ 10 художников. Я бы сказал это одной фразой. Здесь представлены фотографы, которые фотографируют не то, что происходит снаружи, а то, что происходит в наших душах. Поименный список представленных здесь авторов, как поименный перечень титулов. Почти за каждым фотохудожником шлейф фотонаград. Анки Мерцбах, Германия, это ее работа. Хуга Романа, израильтянин, который только-только из Аргентины. Постоянный участник проекта Анна Боднар, Польша. Конечно же, Катерина Ломоносова, Израиль. Стиль, который уже стал фирменным. И, конечно же, израильтянка Дина Бова. Она вне стиля и вне рамок. В данном случае это характеристика творческой свободы. Я чувствую что-то. То есть это вызывает определенные чувства и эмоции, настоящие эмоции. Я говорю, это искусство. А есть работы, которые технически великолепны, безупречны. Но вы на них смотрите, и что? Актуальный в современном искусстве спор. Фотография, совмещенная с фотошопом. Это искусство или ремесло? Вот, к примеру, работа Виктора Заманского. Он называет ее «картиной в стиле голландского художника Яна Вермеера». Можно сказать, что стиль – это уже повторение прошлого, банальность. Но можно удивленно добавить, что от этой работы невозможно оторваться. Я воспринимаю дигитальную обработку как инструмент, как кисть в руках художника, которая дополняет сфотографированный образ, чтобы передать идею, передать ту или иную эмоцию наилучшим образом. Галерея и библиотека в одном флаконе, искусство, совмещенное с книгами, это проект, который не терпит суеты. Выставка без лишней суеты отработает до января будущего года, чтобы все успели заметить, что в привычном мире что-то изменилось. Евгений Эрлих, Михаил Шварц, служба новостей 9 канала.